Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Почнемо з того, що Валерій Залужний і Кирил Буданов отримали звання Героїв України. Їх нагородив президент України Володимир Зеленський. Пане Романе, також з'явилася інформація, знову ж таки, це неофіційна, але розмова є про те, що, можливо, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний може отримати одну з серйозних посад в Північно-Атлантичному альянсі. Що ви про це думаєте? Вот было бы неплохое движение по службе, если говорить уже в натовской военной среде, то есть по служебной лестнице. Но, во-первых, не один Залужный, там целая команда, несколько генералов, специалистов высокого уровня, профессионалов, которые 10 лет воюют с россиянами, прекрасно знают эту армию российскую, как с ней воевать, перспективы и так далее и тому подобное. Потому вся команда нужна. Но она нужна не только в альянсе натовском, она в Украине нужна. У нас достаточное количество на данный момент проблемных должностей, на которых находятся полные непрофессионалы, начиная от Министерства обороны, заканчивая премьер-министром. То есть практически весь Кабмин. Потому лучше бы, конечно, этого не произошло. Лучше бы не в НАТО. До НАТО мы еще доберемся. У нас своих проблем хватает. И генерал Залужный, и его команда — это высокие, то есть высокопрофессиональные генералы. Их уж точно нельзя отпускать. Вопрос к власти, к нашей, до сих пор непонятно. Причины, реальных причин еще не видно, по крайней мере, исходя из тех назначений или из тех движений. Это та же самая команда, то есть ничего практически не изменилось. Зачем надо было в момент довольно-таки серьезных наступательных действий со стороны российских войск не менять команду, убирать команду? Уже видно, что ее ж не поменяли, ее убрали. То есть заехала команда с Польши или там с Великобритании или с Германии, тогда бы это было понятно, что ее поменяли. А так, получается, просто обезглавили верхушку управления вооруженными силами Украины. И непонятно пока до сих пор причин. Она не в военной сфере лежит, это точно. Скорее всего, или психологическая, или политическая, что не дай бог, конечно. Но тем не менее, само действие уже произошло. И дальше надо ни в коем случае не потерять профессионализм и эту профессиональную команду Залужного, чтобы они не растворились в никуда. У нас сейчас не хватает кадров, еще раз повторюсь, в исполнительной ветке власти. Переводить давно уже пора на мобилизационные рельсы экономику. А лучше, чем генералы, с этим вопросом никто не справится, тем более генералы, которые знают потребности вооруженных сил, непосредственно участвуя в боевых действиях. То есть это оптимальный был бы вариант. Потому все, конечно, хорошо по поводу НАТО, но, еще раз повторюсь, своих проблем достаточно, а решать их вот таким командам. Пане Романе, і за останні півтора доби вже фактично є підтвердження, що знову ж таки безпілотні літальні апарати атакували критичну інфраструктуру Російської Федерації. Зараз ми говоримо про Афіпський нафтопереробний завод, ключовий завод в Краснодарській, тому що він йде на Новоросійськ. Ми знаємо прекрасно, наскільки Новоросійський є точка номер один для того, аби руйнувати логістику окупанта. Экономика России завязана на углеводороды. Естественно, все нефтетерминалы, их новороссийский основной нефтяной терминал, естественно, все НПЗ, которые находятся в этом районе, в районе Новороссийска, они работают в основном на экспорт, зарабатывают для российской военной экономики, зарабатывают валюту. А потому это одни из основных точек по уничтожению, что сейчас, чем и занимается служба безопасности, Главное управление разведки, пока наш Укроборонпром рассказывает сказки о миллионах дронов, которые будут закупаться или там производиться. СБУ и ГУР выполняют эту задачу. Выполняют ее довольно-таки неплохо. Единственное, что в малом объеме. Надо просто... Все-таки российская экономика довольно-таки обширная, углеводородная, растянута на 10 тысяч километров России, поэтому еще работать и работать и беспилотниками, и агентами, и нашей агентурной сетью. Беспилотники также шли сегодня и по российским
некоторым объектам. Ну, россияне, по крайней мере, докладывали, что пытались сбить беспилотники в Курской, Брянской, Белгородской областях. Ну, посмотрим. В течение дня Генштаб должен отчитаться о работе, дальнейшей работе наших спецслужб. Ну, от, власне, по цьому напрямку Курськ, Брянськ, Білгород, пане Романе, відомо наступне, що по Харкову шахедами били росіяни, влучали в цивільну інфраструктуру, ось бачимо кадри, жахливі кадри. Є на даний момент відомо про 7 жертв, ціла сім'я, ховаючись в ванні, також загинула. Це не там вже не скаже, що ППО, як вони кажуть, кудись летіло. Це прямі влучання шахедами в багатоповерхівки і приватні домівки в Харкові. І в нас є дуже емоційне відео від мера Харкова, який от на місце безпосередньо прибув і демонструє, що і куди влучали окупанти. Російський агресор руйнує наше місто. Місто-герой Харкова. Але ми вистоїмо. Але ми переможемо. Десятки приватних домівок зруйновано. Ми переможемо. Слава Україні! Росіяни направили шахеди на заправку, бензозаправку. Подорвали по прямое попадание шахедов именно по ней. То есть они начали уничтожать уже вот такую инфраструктуру. То есть ударили по заправке, топливо разлилось, залило частный сектор и сгорели дома, причем вместе с людьми, гражданские лица. Ну, так мягко скажем, зря они это сделали однозначно. То есть по автозаправкам это в чистом виде гражданская инфраструктура. Там, естественно, гражданские лица, мирные жители, бить по мирным жителям по такой опасной инфраструктуре. Но для россиян опасно. У них очень много заправок. Очень много. Это я так мягко намекаю. Потому зря они это сделали, это уж точно. Пане Романе, якщо говорити по шахедах, є статистика, що за два місяці збиття шахедів впало на 33%. В чому може бути проблема? Ну, перше, змінились маршрути движения шахедов, цели они изменили. В основном сейчас шахеды работают по прифронтовой зоне на глубину где-то до 30-50 километров. И как раз именно это и послужило вот изменение статистики как таковой. Они цели изменили, то есть они уже понимают, что шахеды, зашедшие в глубину украинской территории, они сбиваются. У нас тысячи мобильных групп, тысячи, которые отслеживают, то есть та проблема, о которой мы даже в прошлом году говорили, что за западные наши кордоны были не прикрыты, решили этот вопрос военные гражданские администрации, подсуетились, и у нас сейчас тысячи мобильных групп, шахеды практически, как только они идут в сторону центра, на запад, они сбиваются практически все. Россияне поняли, как их более эффективнее использовать, и потому начинают работать по прифронтовой и приграничной территории. Вот Харьков, кстати, вот как раз попал под удары шахедов. Именно такая тактика россиян пока еще дает возможность им использовать шахеды с максимальным КПД. Но я думаю, сейчас отыграет наше ПВО. Нужно разворачивать группы, мобильные группы вдоль линии фронта, вдоль линии границы, перехватывать шахеды на заходе. А еще лучше подключить часть авиации, только авиации не боевой, которая сейчас у нас есть, а уже надо смотреть, как подключать для борьбы с шахедами легкомоторную авиацию. Причем у нас достаточное количество летчиков, летный состав, который может выполнять на легкомоторных аппаратах, выполнять боевые задачи. Их, ну, по моим прикидкам, тысячи человек. Тем более летать можно лет до 70 на легкомоторном. Там уже после 50 на боевой самолет попробуй еще попасть, медики не пустят.
А вот на легкомоторном до 70, в принципе, дедушки типа меня могли бы выполнять эти задачи. Была когда-то очень хорошая тема, поднимали вопрос о закупках супертукана в Бразилии. Это очень хороший аппарат, он в таком в боевом исполнении, учебно-боевой самолет, на который можно выполнять задачи по уничтожению шахедов в больших количествах. Почему? Потому что, ну, во-первых, легкомоторный, во-вторых, очень дешев в эксплуатации, сам по себе недорогая машина. И на эту тему надо тоже обращать внимание. Но это, опять же, для того, чтобы заниматься такими вопросами, надо воссоздавать военно-воздушные силы для того, чтобы командующий распределял, перераспределял, естественно, потоки финансовые на закупку, обслуживание, ну, так далее и тому подобное. Но тема довольно-таки серьезная, и ею уже очень давно занимается Южная Америка. Именно оттуда можно брать эти самолеты. Дешевые, легкие в эксплуатации и дешевые в обслуживании. То есть, по большому счету, можно решить вопрос шахедов там за какие-то тысячи долларов, не более того. До речі, якщо говорити про авіацію, пане Романе, з'явилися перші кадри літаків F-16 вже з маркуванням під Збройні сили України. От бачимо наші пілоти, зрозуміло і логічно, що лице зам'ючене. Ну і бачимо позаду F-16, який вже є з нашим гербом, і що це є дуже приємно. Чи можемо ми вважати, що найближчим часом вже машини будуть в нашому повітрі? Будут точно, слово, вернее, понятие там ближайшее время, но растянутое может быть. Я думаю, где-то март-апрель у нас уже будут первые самолеты, которые будут у нас базироваться. Есть информация о том, что F-16 уже работают в нашем небе, но просто без базирования на наших аэродромах. Дело в том, что по некоторым косвенным признакам, особенно запуску ракет, управлению ракетами, российской информационному потоку тоже можно говорить, что это уже имеет место быть. Ну а базирование, скорее всего, перебазирование, оно связано с обслуживанием самолетов и с полным спектром обслуживания. То есть это уже с технико-эксплуатационными частями, инженерно-техническим составом полностью обученным, не только механиков, а полностью инженеров. А это, скорее всего, где-то вот март-апрель. Исходя из тех сроков подготовки, которые, ну, по крайней мере, были в информационном потоке в начале. Где-то с августа месяца начали обучаться инженера, ну, естественно, летный состав, около полугода надо. Летчикам чуть меньше времени надо, а вот инженерно-техническому составу надо где-то до полугода для того, чтобы полностью подготовиться к обслуживанию такого рода самолетов. Я думаю, март-апрель мы их увидим. Пане Роман, і по наших союзниках, в першу чергу, депутат німецького Бундестагу, провідна опозиційна сила, Християнсько-демократичний союз, їхній представник, звати його Родеріх Кізеветтер, сказав наступне, що союзники Німеччина і Альянс мають докласти усіх зусиль, аби війна перекочувала на територію Росії. І він каже, що не лише потрібно знищувати нафтопереробні заводи російські, але й командні пункти на її території. Дело в том, что, допустим, те же нефтеперерабатывающие заводы, в общем, всю углеводородную отрасль, мы можем положить российскую где-то до Урала с помощью наших беспилотников, которые мы сами производим, или с помощью наших групп, так как это сама по себе уже горящая, взрывающаяся тема. То есть там главное спичку поднести, ну или беспилотником одним-двумя вывести из строя. Это мы можем и сами. А вот военные объекты таким количеством беспилотников, которые есть у нас, вывести из строя невозможно. Военный объект сам по себе прикрыт, зарыт, забетонированный, беспилотник его просто не возьмет. Даже в больших количествах не возьмет. Для того, чтобы уничтожать военные объекты на территории России, а без этого действия мы не выиграем, мы не победим российскую армию. Надо переносить военные действия на российскую территорию. Только так можно уничтожить российские террористические войска. А дело в том, что уничтожение военного объекта возможно только с большими боевыми частями. Это должны, БЧ должны исчисляться, ну, до полутонны, где-то
Вот почему основные авиабомбы – это как раз полутонки. Полутонная авиабомба, в принципе, разрушает любой укрепрайон, любой, буквально любой бункер, если он не заглублен специально, но это шахтами, это уже это редко, когда такое бывает. То есть вот полутонные заряды, в основном вот такие 450-полутонные, 450 килограмм, 500 килограмм боевые части – в основных, во всех основных ракетах. Storm Shadow, Scalp, тех же Taurus. Это специальный такой подход. У наших Громов и во всей этой дальнобойной ракетной технике полутонные части как раз для уничтожения военных объектов. Так сейчас это видение есть и понимание есть. Хорошо уже, ну, у военных это есть изначально понимание. Это хорошо уже политики до этого доходят. И вот немецкие политики, а это основная сейчас страна в Европе, которая, можно сказать, генерирует некоторые решения, начинают это озвучивать. То есть риторика меняется в эту сторону. Я думаю, это неплохая, по крайней мере, направление для работы нашей дипломатии. Развивать, подхватывать надо эти темы, развивать и, в конце концов, получать и дальнобойное вооружение, и разрешение на использование ее по военным объектам на території Російської Федерації. Пане Романе, хочу оголосити збір. Збираємо на дрони для 79-ї окремо десантно-штурмової бригади підрозділ «Перун», які працюють на Мар'їнському напрямку. Не мені вам всім казати, який це важкий плацдарм. Відповідно, ціна питання 120 тисяч гривень. Назбирали з вами вже понад 50 тисяч. Давайте кожен, скільки зможе. Ми завжди з вами швидко, оперативно закривали збори, аби хлопці мали чим вражати позиції, техніку ворога. Що ж, рухаємось далі. Пане Романе, також в Північно-Атлантичному альянсі сказали наступне, що вони хочуть і готові взяти під своє крило повністю передачу озброєння Україні. Тому що раніше окремі члени альянсу самі держави вирішували логістику і передання зброї. Тепер це хоче НАТО взяти все під свій купол. Степ-бай-степ, так оно и должно было быть. То есть не все, ну, НАТО было не готово эти вопросы решать, даже логистические вопросы. Почему? Потому что НАТО, ну, давно ж не воевали они, в конце концов. Они сейчас вот в течение этих двух лет натовские структуры притирались сами к себе, внутри себя. То есть эти шестеренки смазывались, проворачивались. Ну, естественно, мы бы столько не ждали, и те страны, которые могли брать на себя вопросы логистики, переброски, они их на себя и брали. А сейчас уже следующий этап, это уже запущенная натовская структура внутри себя, все-таки есть такое понятие, как даже натовская бюрократия в том числе, они уже отладили все эти системы, и переход сейчас на логистику и на контроль движения по цепочкам военной амуниции, он уже не будет как останавливать общее движение, наоборот, еще усилит. И еще и сами научатся внутри себя, внутри Европы двигать вот эти, все эти военные темы, потому что это тоже ж проблема. Там есть определенные моменты, связанные с отношениями между странами, отношениями внутри даже Евросоюза, внутри натовского механизма с теми же спецслужбами у каждой страны, то есть службами безопасности. Вот этот весь этот процесс уже провернулся. Правда, 2 года это все заняло, но тем не менее. Лучше позже, чем никогда. И сейчас уже процесс поставки и контроля за движением военной продукции, военной амуниции для нас, боеприпасов, будут брать на себя натовские структуры, реальные натовские структуры. Это еще один шаг к вступлению в НАТО Украины, так как такого рода действия уже берут, они же все-таки аж на Восточный фронт будут все подставлять под своим контролем. Можно говорить о том, что уже натовская, как минимум, логистическая военная цепочка вступает в боевые действия. Пане Романе, і також, що відомо, що наші союзники вирішили допомогти серйозно. От Норвегія оголосила про те, що надасть Україні 10 пускових установок NASAMS, а також 4 пункти управління. Наскільки це серйозно, наскільки це потужно? Ну, це, як мінімум, 3 міста можна прикрити. 3 середніх міста, тобто навіть 4.
где-то 300-тысячников. Потому это довольно-таки серьезный подход, и большое спасибо немцам за такой подарок. Почему? Потому что очень хорошо себя насамцы показали. Ракета АМ-120, это ракета воздух-воздух, F-16 нею пользуется, этой ракетой. Просто дальность там около 40 километров по радиусу. Ну вот, можно сказать, с точки пуска этой ракеты, с этой пусковой установки в радиусе 40 километров можно перехватить любую, можно сказать, кроме баллистической, аэроцель. То есть хороший объектовый механизм для выполнения боевых задач. Его, кстати, можно использовать и фронтально, то есть исходя из некоторых параметров. Допустим, по правому берегу Днепра от Одессы до Запорожья можно расположить эти комплексы, тот же Херсон, перекрыть одесские порты, Николаев. Это довольно-таки серьезное. Вот такой подарок довольно-таки серьезный. На самом случае очень хорошо себя зарекомендовал. Еще раз повторюсь, это ракета, которая десятки лет летает, работают и истребители, и ей главное целеуказание. То есть, по большому счету, доведена она практически до совершенства, сама ракета. Дальность, вот это только единственная дальность 40 километров. Но я думаю, будут работать над пороховыми ускорителями для того, чтобы забрасывать ее еще километров на 40. И тогда она показывала неплохие результаты, прикрывая уже целые районы. Но это в будущем. Это вот как отработали по СМПТИ, итальяно-французском. Взяли такую же ракету Астер-30, добавили пороховой ускоритель, который разгоняет ее изначально стартово при выходе из тубуса. И дальше она уже идет за сотню километров. То есть примерно такая живучесть, скорее всего, ждет и на сам. Это следующий шаг. Ну і просувається голосування, пане Романе, в Сполучених Штатах Америки щодо 60 мільярдів в Україні. Проголосували ті республіканці, які були проти, вони отрималися. Тобто вони проголосували за те, аби далі розглядати питання допомоги Україні без, звісно ж, міграційного частини міграційної, де були саме суперечки між республіканцями і демократами. І зараз в Україні перебувають представники, конгресмени з перевіркою. І от республіканець Майк Тернер в Україні перебуваючи сказав наступне. Він запевнив, що допомогу фінансування в 24-му році Україні проголосують. От ці дії, танці вокруг допомоги цієї 60 мільярдів, вони дотягнуть до марта місяця, давая можливість Путіну втихую переізбратися, я би так сказав. Тому що, якщо б было проголосовано еще в декабре эта помощь в 60 миллиардов, то с января у нас бы пошли бы серьезные поставки, и не было проблем ни в Авдеевке, ни в Бахмуте, ни в Купянске. И уже на левом берегу не тактические плацдармы, был бы один хороший оперативный с форсированием Днепра. Затяжка конкретная, она политическая. Скорее всего, в ней завязаны обе партии или политикум, по крайней мере, американские. Вот они 3 месяца дотянули, дотягивают именно до путинского переизбрания. Дать ему переизбраться. Это уже видно таким, лежит на поверхности, что именно эта проблема. Проголосуют однозначно. 60 миллиардов мы получим. Только получим их после, если имеется в виду, получим или решение, или, по крайней мере, поставки после 17 марта, после переизбрания Путина. Потому, конечно, большое спасибо американскому политикуму за такое, спасибо, естественно, в кавычках, за то, что они так уж сильно обеспокоены судьбой Путина, чтобы, не дай бог, кто-то другой не прошел на управление Россией. Мы это понимаем, это ж мы тоже, американцы тоже это должны понимать. Мы это тоже понимаем, что они сильно беспокоятся за Путина, чтобы, не дай бог, он там нигде себе пальчик не прижал. Выполним задачу свою однозначно. Пусть уже так, пусть в таком режиме. Просто дело в том, что каждый день у нас гибнут наши хлопцы, гибнут украинцы каждый день. Эти 3 месяца потом как-то вопрос подымем, сколько у нас погибло или ранено было за эти 3 месяца, только из-за того, что товарищи американцы Путину решили такой зеленый свет на перевыборы включить. Но это американцы, здесь не надо обольщаться. Они
Они могут думать за жизни американцев, о жизни украинцев, поскольку у них свои вопросы внутриполитические, ну, естественно, внешние вот такого уровня, когда таким диктаторам выгодно сейчас Америке, чтобы этот диктатор был, потому они его пока оставляют. Ну, посмотрим. Америка, Америка, нам свои рубы. Ну, до речі, фактично, пане Романе, ваші слова цитує видання The Telegraph. Вони кажуть наступне. Якщо Росія зуміє окупувати Авдіївку, це буде виключно вина Америки. Тому що вони саме затягують цією допомогою з снарядами. Ну і загалом кажуть, що до березня місяця, те, що ви кажете, є в нас снаряди для ППО. Ну, але ми це вже проговорили. Ви кажете, що якраз в березні мають все проголосувати. Пане Романе, якщо говорити по найважчих напрямках на лінії бойового зіткнення, звісно ж, це Авдіївка, про яку ми згадували. І тут потрібні ваші пояснення. Тому що от Костянтин Машовець каже, це військовий експерт також, який має більше даних, ніж просто в відкритому доступі, що він побоюється, що Авдіївка може повторити долю Бахмуту. А от очільник військової адміністрації Авдіївської Віталій Барабаш каже наступне, що окупація Авдіївки і критична ситуація далека від того, як зараз описують окремі представники, окремі засоби масової інформації. І на додачу, що кажуть бійці, що є завдання зараз в окупантів дійти до стели, пам'ятаємо, стела була в Бахмуті також, до стели, там, де прописана назва Авдіївка. Причому вони лізуть от напряму, дуже тупо, і велика кількість ліквідовано саме на цьому напрямку росіян. Ну, это понятно, что им надо картинка, то есть дело не в Авдеевке как таковой, дело не в укрепрайоне, им надо, им поставлена политическая задача. Вот эта политическая задача сфотографироваться у стелы Авдеевки, показать, что Авдеевка взята. Это опять же для Путина под 17 марта, под выборы. Это то, чего добиваются американцы в том числе. Почему можно сказать и здесь согласиться с зарубежными таблоидами, которые четко показывают то, что американская задержка американской помощи этих 60 миллиардов связана чуть ли не напрямую с преподнесением на блюдечке Авдеевки Путину перед выборами. То есть это такой подарок, вишенка на тортике. И это уже понятно, я же говорю, видно невооруженным взглядом, что это именно так и есть. Потому понимание этих процессов, именно таких вот игры в пинг-понг между американцами и россиянами, это истоки этих подарков друг другу, они уже давно, уже десятки лет так играют в этот пинг-понг американский политикум подыгрывает Путину, чтобы он переизбрался, потом вроде как Путин должен подыграть американскому политикуму. Причем Путин же подыгрывает обоим. Вернее, рассказывает, что будет подыгрывать обоим, и Байдену, и Трампу. И тот доверяется, естественно. Ну а там уже как выйдет из того, кто выиграет, уже Путин будет говорить, подыграл. Но то, что Авдеевку, можно даже прямо говорить, Авдеевку Путину дарят американцы. Пытаются подарить, вернее, еще не, ну, они пытаются ее подарить. Скорее всего, тоже есть некоторые договоренности. И понимание, почему они двигаются не в Авдеевку, а именно к стеле. Им фотографии нужны, им надо фото, то есть это видеопоток под выборы, а не более того. Это ж помните, как они в тот же Бахмут заходили, там разов 10, наверное, Пригожин фотографировался, физиологическое занятие Бахмута все показывал. Но вот по поводу сравнения с Бахмутом чуть не соглашусь. Если с точки зрения военной, это немножко не то. Дело в том, что мы до сих пор на данный момент контролируем Бахмут, если считать Бахмут как рубеж обороны. Бахмут, он в низине. Мы отошли на высоты, удобнее оборонять разрушенный город именно на высотах. И сейчас высоты Бахмута контролируются нашими войсками, потому рубеж, он не пройден россиянами, рубеж Бахмута до сих пор держится. С Авдеевкой все по-другому. Причем высоты у Бахмута по западу, по западной стороне, вот мы их контролируем, а Бахмут сам восточнее находится. В Авдеевке все наоборот. У Авдеевки сама по себе Авдеевка – это высота. И высоты, основные высоты в районе Авдеевки восточнее. Это как раз промзона,
Если Новацкий блокпост, до которого мы так и не дошли из-за Минска-2, потому что великий Порошенко не там провел линию, не зная, что такое вообще рубежи обороны как таковые, а отрезал Ясиноватский блокпост, включая отрезал и ДАП. Я только пацанам об этом не сказал. То есть по Минску второму и блокпост Ясиноватский и ДАП, он уходил под контроль ДНР России. Там находились еще наши ребята на ДАПе, а ну, естественно, это по Минску первому и по Минску второму уже и Ясиноватский блокпост, нас просто остановили, мы зависли на промзоне. Хотя реальная высота это как раз вот Ясиноватский блокпост и есть. Так вот, высоты в Авдеевке восточнее. Если мы их оставим, допустим, то нам придется уходить, сейчас уже отрыт, это не три месяца назад, но сейчас уже отрыт укрепрайон, западнее Авдеевки, но это ниже этих высот, то есть худшие условия. И эти худшие условия, то есть отходить в худшие условия обороны, ну, с одной стороны, с точки зрения военной, это нелогично. Потому если есть возможность удержать высоты Авдеевки, удержаться на высотах Авдеевки, это надо делать. И сейчас именно Авдеевка становится таким для Путина политической задачей, потому ее надо однозначно удерживать. Еще раз повторюсь, не в политической, а в военной плоскости. Не будет здесь Бахмута. Это в Бахмуте по западу высоты, а здесь низины. Дальше идет снижение от Авдеевки, снижение до Карловки. Снижение там больше 100 метров. А это очень много для артиллерии, тем более и для удерживания. Нам, если дальше будут двигаться россияне, нам придется все равно когда-то отходить на вторую основную линию обороны, которая еще в 2015 году была открыта, аж до Карловки. А это значит обрушение фронта всего, всей первой линии обороны. Это уже значит выход и на Курахово, с Марьинки, вот туда, где сейчас важны эти беспилотники, о которых вы говорили, надо покупать ребятам, поставлять, потому что пока от Федорова дождешься или этих обещаний миллиона беспилотников, так это рак на горе свистнет. И не один, наверное. Беспилотники нужны сейчас, так как не хватает боеприпасов. Беспилотники хоть как-то боеприпасы заменяют. Пусть не на, там, на 100%, но процентов на 30, на 50 по некоторым позициям. Потому очень важны беспилотники сейчас в этом районе и на Авдіївці, да, но на всем Восточном фронте. Пане Романе, і, власне, про Бахмут, який ми вже згадували, що відомо по цьому напрямку. Також ситуація непроста, тому що ворог просунувся між населеними пунктами Хромове, Богданівка. Ось бачимо це просування в напрямку до Часового Яру. І кажуть вже наші оборонці, що це наразі нічого критичного, але все-таки думати про Часів Яр потрібно. Ну, они сейчас зашли в лес, там вот это вот вклинение, которое вы показываете, это лесок такой, ну, лесом считается. Мы его удерживали с помощью достаточного количества боеприпасов, часовьярские батареи, всегда удерживали любое движение в этот лес россиян. Сейчас недостаток боеприпасов, потому нам просто нечем их там было остановить. И вот они зашли в этот лес. Как только появятся боеприпасы, мы их сразу выбьем оттуда, там удержаться практически невозможно. Но тем не менее, то есть сейчас вот такие территории, теряем территории, по которым потом придется, самое интересное, выбивать их придется, ну, на порядок большим количеством боеприпасов, чем если бы мы их удерживали сейчас на данный момент, потому провисание под боеприпасом в это время, оно потом будет чревато как раз перерасходом боеприпасов. Это вопрос к нашему Министерство обороны, Укроборонпрому. Одни должны производить, вторые должны закупать. Не делается ни одно, ни другое. Вот это провисание, об этом не поймут никогда гражданские. То есть вот эти периоды определенные, об этом могут знать только военные. Как накладывается период на период, как потом приходится перерасходовать боеприпасы, так как выполнять задачу удержания намного проще, чем задачу потом возвращения обратно по позиции. Я об этом и говорю постоянно. Министром обороны и всей структурой оборонного производства должны руководить военные. Вот работа команды Залужного. Вот та работа, которая сейчас, она непосредственно нужна. Причем на поле боя, мы прекрасно это понимаем. То есть
выполнять эту задачу. Но это правительство, вернее, это власть должна решать, принимать решения, не обращать внимания на какие-то внутренние политические, психологические там неурядицы. У нас война сейчас не до этого, не до политики, не до психологии. С психологом потом, после войны, будем ходить, если кому это нужно будет. А вот сейчас надо как раз принятие таких жестких решений, быстрых решений по наполнению фронта боеприпасами. Возможности это решение есть однозначно. Нужно доверие, допустим, тот же генерал Залужный на должности того же министра обороны. Ну, поверьте, если он попросит некоторых своих друзей, знакомых или уже по некоторым позициям уже и компаньонов, может быть, запросит поставки вооружений, ну, дадут ему очень быстро. Надо использовать этот потенциал и перекрывать эти недостатки по линии фронта нашими, ну, по крайней мере, нашими усилиями этих военнослужащих. Пане Романе, і хотів би згадати про рекрутинг, тому що в Україні вперше відкрили рекрутинговий центр щодо комунікації, пояснення і загалом роботи над мобілізаційними резервами. Во Львові відкрив центр, але поки він ще на базі все-таки Міністерства оборони. Имеється в виду, що це связь будет под МО, общий набор под ТЦК, то есть это вообще в армию называется. А это первый шаг однозначно, он нужен, но прийти надо к рекрутинговым центрам в каждой бригаде. Непосредственно в бригаде. Почему? Потому что здесь важна обратная связь. Обратная связь для того, чтобы те структуры, которые будут помогать бригадам в пунктах постоянной дислокации, открывать рекрутинговые центры, а как раз в ППД лучше делать. А это города, то есть это тот же Львов, тот же Запорожье, там Кривой Рог, Киев, Днепр, Одесса. То есть открывать надо там, где ППД каждой бригады есть. Естественно, связываться с горсоветами, с местной властью, военно-гражданскими администрациями. И эти рекрутинговые центры должны подбирать, набирать, проводить определенный отбор, приглашать будущих военнослужащих непосредственно в бригаду, чтобы четко было понятно, куда военнослужащий идет, к какому комбригу, к какому командиру, в какой коллектив, а может быть как раз привязка к ППД, то есть к пунктам постоянной дислокации бригад, еще и подвигнет некоторых потенциальных военнослужащих, подвигнет защищать свой город. Ну, здесь надо вот эти моменты все использовать, психологически в том числе. Это намного проще будет, допустим, сразу служить в той бригаде, которая находится в твоем же городе, зная комбрига там чуть ли не лично, или там людей, которые в этой бригаде воюют, то есть со своих соплеменников по территориальных. Это вот тот шаг, к которому надо прийти, то есть дойти вот до такого состояния, а это называется так называемое построение обратной связи. Не пойдут к мяснику, комбригу люди, просто не пойдут. Почему? Потому что информация по неправильному руководству поставлена там комбрига каким-то кумом, сватом, братом, у него не будет просто наличия, достаточного наличия личного состава, и бригада просто, ну, придется командованию убирать этого комбрига, ставить того, кто будет выполнять задачу более с большим КПД и подходить правильно, грамотно к набору, в том числе военнослужащих. И вот так надо выстраивать систему рекрутинга, именно в таком режиме. Отсечь полностью Министерство обороны от этой проблематики, чтобы этот вопрос решался непосредственно в бригадах, а не через какую-то прокладку. Это прокладка, это МО, это ТЦК, военкомы, военкоматы. Это старый советский подход, это совков, совок этот, его надо разрушать однозначно. Непосредственный личный контакт с будущими командирами – это самая лучшая мотивация для выполнения боевых задач и для приглашения военнослужащих. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, 10 лютого, суботу, обов'язково підписуємось, коментуємо, ставимо лайки і ділимось нашим зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.